В Красноярске приступают к консервации последней ветки метро на улице Высотная. Но это не значит, что подземную шахту засыпят, как и предыдущие две. Наоборот, ее стараются сохранить. Проводится такая сухая консервация оставшихся тоннелей за счет краевой казны и обходится примерно это в 50 миллионов рублей. Для красноярцев то, что станцию сохраняют, значит лишь одно. Надежда на собственное метро у города все еще есть. Стоит ли надежда таких денег? Вопрос, на мой взгляд, открытый.